Пекло, да? Пизда вообще. Тут, блядь, артиллерия Дурдом, да? заебывает, нахуй. У них артиллерия ебнешься. Стреляет охуенно. Да. Разрывает, нахуй. Батарея, ну, блядь, напополам. А наши На, вообще нихуя такие стрелять прям. не умеют. Уже думаю, как бы съебаться побыстрее отсюда. Вот это мы аккуратнее. Я тебе говорю, здесь пиздец. Я не знаю, каким я чудом, блядь, нахуй, еще, блядь, сука, жив, блядь. Я в ахуе. Давай живи, мы ждем от тебя охуенных историй, блядь. У нас людей просто нету, блядь, уже, вот, как бы у нас было, как бы, блядь, 8 рот, ну, полных, просто 20 человек. С 8 рот, блядь, осталось, блядь, 45. А это война артиллерийская, блядь. Грады, блядь, ураганы, смерчи, торнадо, вихри вообще не затыкаются. Короче, если мы не выиграем, то только чудом, да? Цитирую своего комбата. Ну, командира бывшего. Царство небесное, блядь, чтобы ему отдал пухом, блядь. Вы идете на бой. Если что, пизда других дебилов нарожает. Ну, блядь, мне кажется, его в бою свои же завалили. Скажу так, по экипировке, по сравнению мы с охлами, ну, не то, что сосем, блядь. У них у каждого ночник, у каждого тепляк. У каждого бойники облегченные. Причем облегченные не в плане того, что, блядь, они хуёвые, то, что они охуенные и облегченные.